душ. Ну и куда мы идем? В тайную комнату, конечно. Зачем? Надо. Я считаю, это плохая идея. Да почему? Аня, Саша нам разрешили. Раз в месяц, и ты в этом месяце уже была. Ой, не дрейф, пойдем. Давай не будем, Ксюш. Ты с каких пор ты так трусишь? Так и знал, воришки! Видишь, видишь, я же говорила, что нельзя им разрешать ходить в нашу секретную комнату! А вы почему оба в одежде? Подожди, так вы это подстроили? Да, за вами только глаз да глаз! А я, Аня, не верил! Думал, вы так не сделаете! А, это она! Мы случайно! Да и вообще, что нам остается делать, если вы нам туда ходить запретили? Секретная комната? Ну то она и секретная! И она только наша! Не думала, что ты такая жадная. Мы совсем чуть-чуть там побудем. Мы с вами договорились один раз в месяц, и в этом месяце вы уже были. Так что если хотите, ищите себе свою тайную комнату. А вот и найдем. Как и где? Неважно, пойдем. Вот видишь, я тебе говорила, нельзя нашу комнату без присмотра оставлять. Хорошо, что здесь сигнализация была. Да, а я тебе не верил. Вот всегда они так. Ага, может лучше свою сделать. На самом деле это очень хорошая идея. Серьезно? Да, только где? Что, стол? Ага. Нас здесь точно поймают. Нет, смотри, смотри, здесь с утра играл Николай, а ребята всегда оставляют в первозданном виде, ну, игрушки, как вот он их оставил, вот они их вообще не трогают. Его шалашик они точно не трогают. А ведь точно. Ну, выглядит он как-то так себе. Ну, так нам нужно его еще обустроить. Поэтому мы с тобой прямо сейчас отправляемся в магазин, чтобы создать настоящую тайную комнату под столом. О, поверли? Ну что, мы уже приехали в магазин, и сейчас будем набирать всякого разного там для украшений, для... Короче, здесь декор для нашей тайной комнаты, чтобы она была в 1000 раз лучше, чем комната ребят. А вот, поэтому мы сейчас уже смотрим, чтобы такого взять интересного в качестве декора. Мы же не будем там помещаться вдвоем. Нам нужно какую-нибудь границу. Например, точно, гирлянды. Мы повесим гирлянды, и у нас будет двухкомнатная квартирка. Да-да, граница-то отличная идея. Я вот, например, сова, люблю поспать, а ты вот, чую, ты жаворонок. Вот как вскочишь с утра и начнешь там копошиться, что-то делать. Нет, нам реально нужна граница, чтобы у каждого было свое личное пространство. Хорошая идея, молодец. В нашу тайную комнату нам точно нужна будет посуда. Вот здесь, кстати, большое количество... Я нашла какую-то фиолетовую с кошечкой, с черепом у нее здесь. Вот, все, это будут мои стаканы, чтобы ты их не трогала. Зачем тебе одной столько стаканов? Тебе все равно придется поделиться, потому что я беру тарелки. Они с принцессками. И такие по бокам необычной формы, так что давай, иначе тебе есть будет не из чего. Будешь только пить. А может это, за шампура, так хочется на шашлык? Тем более май, пора бы. Уже запах шашлыка везде меня мучает. Может возьмем? Каролин, ты чего? Мы вообще-то будем в комнате, там вытяжки нет, мы от дыма задохнемся. А мы возьмем пахучки, шашлыка очень хочется. Что это? Может уберешь? О, это железная. Каролина. Защищайся. Сдаюсь. Ну и ладно, в следующий раз тогда. А я возьму себе чесалку. Очень нужная вещь. Телескопическая, между прочим. Так, в нашей комнате точно будет темно, так что я думаю взять какую-нибудь лампочку. Что скажешь, Ксюш? Идея прикольная, но я бы взяла какую-нибудь гирлянду, ну, чтоб с огонечками. Так, гирлянда. Здесь такой нет. Точно, у Саши с Аней есть, у них возьмем. Ты гений, давай 5. Каролина, ты представляешь, если у нас в комнате будет своя собственная ванна? Вот даже у ребят таких нет. Ага, такого размера туда не то, что она не поместится в нашу комнату, но и мы туда тоже не поместимся. Эх, жалко, но идея была классная. Ну, Каролин, может ты все-таки влезешь, а? Ксюша, я уже готовлю маринад, и главным блюдом будешь ты, видимо. Да ладно. Что, пошутить уже нельзя? Ксюш, смотри, какие классные шторки, бирюзовые или голубая? Подожди, а зачем нам шторки? Я про ванну вообще-то пошутила. Ну как зачем? Дверь же должна быть в нашей двухкомнатной квартирке. Саму дверь-то мы не установим, хотя бы шторками закроемся. Неплохо. Выбирай, какую хочешь. Думаю, нам подойдет голубая. Беру голубую. Каролина, пледики. Ксюш, ты чего? Ты хоть знаешь, сколько у нас пледиков с прошлых ночевок осталось? Это мы точно возьмем у ребят.
пледиков никогда не бывает много. Но у нас их много, так что пойдем. Дай человеку взять пледик. Предлагаю взять матрас. Нам же нужно на чем-нибудь спать. Всего один. А как мы на одном поместимся? Над этим будем потом думать. Главное, что он у нас есть. Еще и такой красивый. А я возьму в свою половинку комнаты кондиционер. Но у ребят есть свой собственный кондиционер. Думаешь, нам его не хватит? Ой, Каролин, слушай, мы будем под таким слоем пледов и вообще всего-всего, что, мне кажется, кондиционер ребят до нас не добьет. Поэтому нужно перестраховаться. О, Ксюш, смотри, боулинг, такой же мини, как и наша комнатка. Давай возьмем. Погоди, а где ты думаешь в него играть? Неважно, мне понравилось выигрывать тебя в боулинге, так что берем. Так, я зашла в какой-то отдел со стразиками, с макияжами, и тут есть набор страз в виде стрелок. Розовый, очень романтичный, повод есть, поэтому мы это возьмем. Ой, Ксюш, смотри, здесь есть блестящие пряди для волос. Подожди, а что за повод? Ну-ка, рассказывай. Да подожди, что так сразу-то? Я еще не готова рассказать. Ну, может, попозже расскажу. Сегодня. Ладно, Ксюш. Ребята, кто хочет, чтобы Ксюша прямо сейчас поделилась со своим секретом, подписывайтесь на канал. Давайте, прямо сейчас, я все вижу. Мечта. Ксюша, мы берем это без вопросов. Я тебя даже не спрашиваю. О, Каролина у нас самый главный ценитель киндера. Ну ты хотя бы шоколадкой-то поделишься? Ты думаешь, что я одна это не съем? У меня дома 3 килограмма нутеллы, я это еще и смешаю. Раз уж Каролина взяла такой большой киндер, то я предлагаю отметить новоселье вот таким вот ведром с мармеладными червячками. О, они кислые, друзья, поэтому мы их точно берем. А я предлагаю взять вот такие шоколадные шарики с маршмеллоу. Они растворятся в горячем молоке, это будет очень вкусно. Да, Каролина у нас главный эксперт во всем шоколадном. Я нашла газировку, которая называется «Хата». В честь нашей новой хаты, мне кажется, можно взять. Она еще прикольная. Вот у меня сегодня будет челлендж, ее открыть так, чтобы она не расплескалась. Какой вкус у нее? Газированный, классический. Классический вкус. Берем классическую хату. Ну, для меня классика – это мохито. Обожаю его свежий вкус. Так освежает, особенно в жару. Но в Москве жара не предвидится. Ну что, нам теперь осталось это все оплатить, и мы будем готовы строить свою комнату мечты. Давай быстрее! Так, ну что, настало время обустраивать нашу жилплощадь. Опа, так. Ксюш, а тебе не кажется, что мы тут не поместимся вдвоем под одним столом? А, ну, значит, придется нам по очереди здесь сидеть. По очереди? Что это значит по очереди? Ну а как тогда? Ну, здесь места реально очень мало. Так, вылезай. Будем что-то думать или сдаваться? Нет, мы не сдадимся. Так, какие у нас варианты? Кажется, у меня есть идея. Так, Ксюш, все, давай, включай свою силушку богатырскую, поднимай стол, я сейчас вернусь. Чего? Зачем? Поднимай стол. Ладно. Так, и что? Поднимай. Я подняла ага. Стол. Что ты делаешь? Еще выше. Сейчас. Держи. Держу? Да. А, что происходит? Еще держи, подожди. Так. А ну, а подожди. А вот надо. Так. Еще выше, давай, еще где выше. Твоя сила? Вот моя сила. Так, чуть-чуть. Ты че, учик? Держи. Ага, сделай так, чтобы он на меня не упал. Подожди, еще чуть-чуть. Ага, сейчас еще. Вот это Каролина суету навела. Ну красота же, скажи. А, ну честно говоря, выглядит не очень. Ты говоришь с главным строителем города Сочи. Сейчас все будет, подожди. Если честно, я ее иногда побаиваюсь. Кстати, ребят, сейчас самое время подписаться на канал, потому что, если честно, мне самой интересно, что у нее получится. Так, все, Ксюш, лови. Чего? Я поняла. Мы накроем весь стол вот этими пледами, чтобы ребята ничего не заметили. Надо спрятать полностью стулья, ну и на, чтобы видно не было. Сомнительно, но окей. Так, ну, становится уютней. Включу-ка я подсветку. Так. Ууу, как ярко. Ну-ка, Ксюш, залезай. Ксюш, ну где ты там? Долго что ли? Да сейчас, подожди, я тут с провизией. Так, а ну-ка. Заползай. Вау! Тут, если честно, как-то темновато, но я у Саши сперла еще один цвет, надеюсь, он не заметит. Как он работает? Алло? Да, вот так.
Так, ну что, со Светом мы разобрались, теперь нужно обустроиться. На твердом свете нельзя, поэтому Каролина, надувай матрас. А я... Я надуваю матрас? И ты надувай матрас. А может насос? Моих легких не хватит. Я не знаю, у нас нет насоса. Так, ладно, а что будешь делать ты? Я... займусь декором. Декором? Декором. Декором! Не сломай! Я уже выползла за декором. А может, слушай, а я тут подумала, может, поменяемся ролями, а? Поменяемся? Не, не думаю, что это хорошая идея. Ну ты хитрюга. Ладно, посмотрим, насколько меня хватит. А он не такой уж и маленький. Как он здесь только поместится? Надую я, значит, и спать на нем тоже буду я. Ну уж нет, договорились же, что в нашей комнате все пополам. Тогда ты дуешь остальную часть, я надую подушку. Нет, я подумала, может, ты вообще все надуешь. Да, конечно, залезать сюда нужно научиться. Фу, это он так воняет. А что ты хотела от китайского матраса? Вот твоя дырка, дуй. Блин, мне здесь очень нравится, как уютно вообще. Да, слушай, Саш, я что-то переживаю. Вот девчонки как-то вот они плохо ушли. Вдруг они на нас обиделись. Слушай, хорош, ну в смысле обиделись? У нас был уговор. Ходим в секретную комнату раз в месяц. Ксюша реально уже 1 мая залетела была, как ракета. Ну да, да, да. Ну один раз они уже были в этом месяце. А это что за фигня? Это Коля построил. Ну он вечером еще построил и сказал не трогать. Поэтому, точно? Да, я сказала, что хорошо, Коль, все останется, как ты сказал мне. Не, ну согласен, если мы это разберем, и Коля узнает, будет истерика. Лучше не делать. Ладно, короче, дел сегодня много, мне нужны новые кроссовки, вот, погнали, а я? В магазин. А подожди, я тоже хочу кроссовки. Ушли, офигеть. Не заметили, блин, спасибо, Коля. Спасибо, Коля, вот это я сейчас перепугалась, жесть. Это был такой адреналин. Ага. Вроде ушли. Чисто, да? Ага. Так, я, значит, иду за гирляндой. Я жду тебя здесь. Подвинься! Ау! В тесноте, да не в обиде. Мне безумно нравится наша тайная комната. Надеюсь, что они ее никогда не разберут. Да ну тебя. Коля придет вечером, ему очень понравится, и они никогда ее не разберут. Да, сейчас мы еще гирлянду сюда повесим, так он здесь жить вообще с нами останется. Так, жить с нами останется? Ну или мы с ним. Ну, короче, сам факт того, что эта комната вечна. Ты знаешь, это как... будет немного сложно. Ты знаешь, как это работает, потому что я нет. А я-то откуда знаю? Ну вы на ночевке постоянно ее использовали. Я ее только украшала. Включила ее Аня. Будет так уютно? Согласна, гирлянда всегда добавляет плюс 100 к уюту. Ну что, Ксюша, ты готова к магии? Да, давай. Обалдеть! Как мне все нравится! Это вообще, это как в фильмах, даже лучше. Такая романтичная обстановка. Что, опять начнем разговоры про бывших? Даже не вздумай, никаких бывших в секретной комнате. Согласна. Так, ну что, предлагаю отпраздновать наше новоселье. Это хорошая идея. Так, смотри, значит, у нас тут все есть, значит, тарелки эти. С ногтями-то. Так, это твое, это мое. Так, киндер сейчас твой, да? Нет, это на десерт. Ну ладно. Вот именно, что мой. Слушай, я... Это че... О, убийственно сладко. Да, я почувствовала сладость. Так, подожди. Давай сначала распакуемся. Твои тарелки не распаковывать. А, все распаковывается. А ты ногти для чего сделала? Вот, вот. Так, все, раз. Что там, нам по две штуки. Раз, два. Так, это все на потом. Ага. Так, ну что, давай. Принцесска. Принцесска, и посмотри, девочка-кошечка. Слушай, у нас теперь пир. Какие они. Липкие они? Да. Ничего себе, ты внушительную горсть. Я голодная. Офигеть. Они такие мягенькие. Это офигеть. Что, попробуем? Давай. Они кислые. Они очень вкусные. Почему они кислые? А, ну они чуть-чуть кислые. Блин, я думала, что они мне не понравятся. Да, они очень вкусные. Ой, они прикольные, реально. Наливай. Ага. Так, это твое. Сейчас, давай. Это твое. Так, аккуратно. Опа. Молодец, мне нельзя доверять напитки. Да, да, Каролина любитель проливать. На. Давай свой, только без происшествий, так, пожалуйста. Да. Розовенькая водичка. О, она розовая? Класс. Так. Ой, зерода. Ну, действительно. Давай, давай, давай. Так. Интересно. Ладно, по-другому никак. Каролина, закрывай уши. Раз, два, три. Я сейчас не попью, хотите сказать? Зато пол попьет. Ну точно. А как?
А я говорила. Ну а как? Ну по-другому никак. Ладно, вкусно? Сейчас попробуем, кстати, мне очень интересно, что за вкус. Я же говорила, полугостишь. Полугостила, да. Это знаешь, себе соседу. Давай отпразднуем. Давай сейчас. Мне тут шарик немножко мешает наливать. Опа. За нашу тайную комнату. Давай. Просто сладенький, без вкуса особо. Ты, ты не добавила черника по итогу? Нет, но можно добавить, нас какой, какой у тебя мохито вкусный, подожди. Я как будто пью просто газированную воду. Да, просто она просто сладкая. Она просто газированная. Она просто газированная. Что-то ты была права, здесь и правда кондиционер не спасает. Где твой ананас? Ананас, спасающий ананас. Вот он. Поехали. Ой, как хорошо. Реально, кстати, хорошо. Каролина, ты сперла киндер. Какой киндер? Мы что, его в магазине забыли? Ты не думай, меня не проведешь. Ну-ка, показывай спину. Зачем? У меня не белая спина, сегодня не 1 апреля. Ох, Каролина, ты забыла, с кем имеешь дело. Он уже сломался. Откуда он взялся? Из капюшона твоего. Так, давай, договаривались напополам. Игрушку тебе. А можно мне вторую часть просто киндера, а игрушку тебе? Ладно, давай. Не сломай только. Не сломаю. На, твоя часть. Твоя часть. Вы только посмотрите, какого размера этот киндер. Только одна половинка в мою голову. Зато как будет ее сладко есть? Это просто, это мечта детства, вот так укусить киндер. Опа, за то, чтобы наша комната навсегда осталась такой прекрасной. Ага. Как я обожаю киндер. Ну, вообще, Каролина всегда в магазинах берет любую... Продукцию киндера, все верно. Не скрывай мои секреты. Ага. Кстати, а чья будет игрушка? Ты же сказала, что она моя. Да? Да. Разве? Ну, давай хотя бы посмотрим, что это. Может, тебе не понравится, и я ее тебе... Какая разница, если она моя? Тогда предлагаю соревнование в боулинг. Кто выбьет наибольшее количество очков, того и игрушка. Так, давай сюда мяч. Первая бью я. Если я выберу... Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Допустим, шесть. 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 Если выбиваю шесть, то я выбила шесть. Это уже следующая я. Да. Раз, два, три. Всего две? Серьезно? Нет, так нечестно. Все честно, моя очередь. Ладно. Кто придумал правило не вылезать из комнаты? О, четыре. Ну уж нет, я так просто не сдамся. Предлагаю еще по два образца у каждой. Ну ладно. Так, значит, у тебя было два. У меня было четыре. Да, у меня было два, у тебя четыре. Поехали. Раз, два, три. Да вы что, обалдели? Два? Нет! Три. Четыре, три, семь. Так, у меня было два раза по два, это четыре. У тебя... Семь всего. Семь всего. Значит, у меня три. Так, мне сейчас нужно выбить как минимум все. Как минимум. Так. А ты еще думаешь, что я тоже могу выбить все? Не буду так думать. Так, все готовы? Раз, два, три. Ну, уже больше, чем два, ну, ладно. Мы сравняли счет 7-7. Ха, ну слушай, тебе повезет только, если магическим образом этот шарик попадет мимо. Кегли. Давай, кидай. Ты что творишь? Это нечестно. Это был нервный тик. Я перебрасываю. А нет, вообще-то был бросок третий, так нечестно. Ты помешала мне? Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Все, я кидаю. Три. Ну уж нет, ты израсходовала свой третий бросок. Ты помешала мне? Нет. Все, да, я забираю игрушку. Нет, это нечестно, дай сюда. Я выиграла, честно. Какая ты тяжелая. Моя игрушка. Все, я переезжаю от тебя. Да ладно, переезжаешь? Интересно, куда? Куда-куда? За шторку. Мы что, ее зря покупали? Все, вот так вот. Опа. И как ты ее крепить будешь? Скотч всему голова. Ну и что ты планируешь здесь делать одна? А вот это уже не твое дело. Сиди в своей комнате. Ну и пусть сиди там одна. Я пока игрушку открою. Так. Как интересно. Так, подождите. Эта девчонка была на обложке. Как повезло-то. Ой, сколько тут наклеек. Я еще не видела, чтобы в киндере было столько наклеек. Это расческа? Ой, слушайте, удобно. И с собой носить будет удобно. Так, подождите. А что у нас по инструкции? Ага, надо к туловищу. Вверх, вниз. У нее даже фотоаппарат есть. Круто. Во, такая принцесса получается. Правда, на принцессу не особо похожа. Скорее, как в лагерь. Рыжуля. Прикольненько. А это что у нас? Кто она? О, это правда расческа, смотрите. Это реально расческа, она еще раскладная. Только надо подумать, как ее, наверное, вот так.
Вы это видели? Это как чемодан, расческа чемодан. Так, ну ей это некуда крепить, но это выглядит вот так. Прикольно, это очень удобно, это правда очень удобно. Ну ей их, конечно, не расчешешь, но себе можно. Что? Какие там расчески? Какая девочка? Покажи! Так, стоп, на своей стороне сиди. Так нечестно. Все честно, сама же разделила. Ну ладно, сама напросилась. Как мне повезло, что у меня такая расческа попалась, а Ксюша проиграла в боулинге. Тоже мне проблема. Не поняла. А где игрушка? Ксюша! Верни игрушку, я знаю, что это ты. Чего? Нет у меня твоей игрушки, я не брала. Мы тут вдвоем. Кто, по-твоему, может это быть? Домовой? Точно он, его Вася зовут. Вася, говоришь? А что у тебя рыженькая торчит из рукава? Так, давай возвращай и снимай эту штуку. Слишком жарко. Нам и так тут мало места, а ты еще и разделить решила. Да и мне скучно. Ах, знала я, что без меня ты долго не протянешь. Предлагаю перемирие с шоколадными шариками для какао. Идет, только чур готовишь ты. Ну уж нет, готовить будем вместе. Только нам надо будет одолжить немного молочка у Ани с Сашей. Ничего страшного, думаю, они не заметят. Все чисто, давай, выходим. Ксюша, ты готовь молоко, а я пока раскопаю вкусняшки. Так, ты только не съешь их раньше времени, пожалуйста. Обижаешь. Слушай, ты главный у нас по шоколаду. Я тебя знаю. А сколько молока надо? Да вливай все. Ого, какой красивый золотой шарик. Пора бы его съесть. Фу, это горький шоколад. Ладно, надеюсь, в молоке он не будет так чувствоваться. Ты разлила половину молока. Теперь не хватило на вторую кружку. Это твоя будет. Да, да, да. Да если я меньше тебя ростом, это не значит, что я меньше ем. Это ты сейчас дверью хлопнула? Что, Ксюш, где ты тут дверь видишь? Слушай, ну я же говорила, что нужно еще носки было бежевые брать. Они бы очень подошли к этому луку. Обожаю обновочки. Блин, опять тебе кроссовки купили, а мне нет. Ну, Саш, у нас вот я отвечаю за моду и стиль. Что я могу сказать? Сколько они хоть стоили? 200. Что 200? 200 денежков. Каких? Ну, тысяч. Ты с ума сошла? Нет, подожди, 200 рублей. 2000. Нет, я не помню. Сколько? А? Б, я молчала. В окно, наверное, скрипит. Все, идем покупать мне. Я задолбался босиком ходить. Блин, что тут Коля построил? Не трогай. Ты что, от Коли получить хочешь? Ну я только посмотрю. Нет, нет, вообще не прикасайся. Ты сдвинешь на миллиметр, он все законсультировал. Ладно, ладно, все, я пошел. Пойдем. Пойдем, конечно. Пронесло. Каролина, стой. Что опять? Держи кружку. Зачем? Надо. Телек. Нет, Ксюша, нет. Нет, это перебор. Нет. Нет, Ксюша, нет. Да, нет, да, да, ты да, не да, посмеешь. Да. Нет, нет. Только не урони, я прошу тебя, не урони. Да ладно тебе, 10 лет опыта. Раз, два, три. Ксюш, зачем он нам нужен? Так, давай не выделывайся, а бери Сашину PlayStation. Нам же нужно как-то развлекаться. Ууу, чувствую, нам точно влетит. Да не парься ты, ща вообще классно все будет. Фу, нам не только запретят в секретную комнату ходить, нас вообще в дом не пустят. Ну что, Каролин, момент истины. Работает! Так, поднимемся, я тоже буду уже играть. Давай, давай, опа. Ну что, играем в гонки? Да ты подожди, я еще не разобралась, на что жать. Может, ой, а что я сделала? А все, ты рейди, я еще делаю себе бибику, а ты уже рейди. О, смотри. Давай быстрее, я хочу играть уже. Все, я рейди. 3, 2, 1. Я только не помню, как управлять этой штукой. А я вообще не знаю, я в первый раз играю. Поехали, snap up your game, начните свою игру. Вау, как красиво. О, там макаки, там обезьян, обезьяны, смотри. Так, как и что? Так, вот, а, мы вот вдвоем? Это я. Вот это я. А я вот это, а так. Я. Я не помню, я не помню. А я не знаю, как управлять. Красный, зеленый, поехали. А как ехать? Я не знаю, я еду, я кажется... На что ты жмешь? Я на крестик. На крестик? Да. А, да, это крестик. Ааа, почему она такая быстрая? Что это? Дрифт, стоп, где ты вообще? Я прямо уехала, я далеко где-то. Мне не нравится, что я врезаюсь. Ой, я куда-то не туда. Тут сундучки. Нет,
Я лечу! Не догонишь, не догонишь, не догонишь! А я вообще не знаю, куда ехать! Тихо, тихо! Как-то стрёмно! Так, стоп, блин, я объехала! Так, где? А где все? А мы все впереди. Там акула! Опа, ускорение! Так, в смысле, а надо на корабль? Надо на корабль? Нет? Да, нет, да, нет, куда ты едешь? Я не знаю, но я куда-то приехала! Там кто-то, там за кем-то гонится акула. Так. Мне джойстик вибрирует. Черт, я во все врезаюсь! Я назад приехала! Чего? Я назад приехала! Или я проехала? Я не знаю. Ой, я врезалась. Ой. Ты видела, как я задрифтила? Стоп, мне... Стой, ты меня догоняешь! А я не знаю вообще, я никого не вижу! Я чуть-чуть впереди, я недалеко от тебя! Так, подожди. О, это был динамит, ты видела? Да. Блин, я на 8-м месте! А я на 7-м. Я победила. Где ты победила? У тебя 7-е место. А у тебя 8-е, значит, я выиграла. Я вообще в первый раз в эту штуку играла. Это нечестно. Давай еще раз. Каролин, проигрыш есть проигрыш. Смирись. А ты что, Леш? Все, оператор, хватит. Лавочка закрыта. Кино закончилось. Я нажала. Так, ты нажала? Так. Эй! Все, начинается. Куда ты погнала? Нет, на этот раз я первая. Я первая. Ты в прошлый раз заняла 7-е место из 8. И что? А ты заняла 8 из 8. Так. Она заняла 8. Так, Леша. Давай. Подожди, меня Леша отвлек. Ничего страшного. Леша! Стой, тут гонка. Так, я четвертая. Я не знаю, какая я. Вот это дрифт. Динамит. Блин! Леша! Где ты там? Я сзади, меня Леша отвлекает! Леша, молодец, давай еще! Леша не молодец! Отвлекай ее, давай! Леша! Саш, мне не по себе, давай им напишем все-таки, вдруг они обиделись. Ань, да забей ты, ничего, не на что даже обижаться. Мы с тобой вот купили кроссовки, наконец-то я в кроссовках, и пришли в гости к нашим друзьям. Сейчас отдохнем, в PlayStation поиграем, классно будет, давай, успокойся, а? Ну что ты делаешь? Записываю кружок. Девочки, вы где? Отзовитесь. У нас все нормально. А у вас? У вас тоже все нормально. Я уже отправила, хватит. Такая ты паникерша. Ты там это, где опять? Вообще, я первая, тормози, я первая. У меня не... А, я забыла на газ нажать. Меня подорвали. Так тебе и надо. Сейчас, подожди. Ой, какие яблочки. Каролина, мне пришел кружок от Ани. Что? Кружок, сообщение от Ани. Выруби. Я не знаю, пофиг, что там. Сейчас смотрю, подожди. О, я боюсь, так. Кружок, они там с Сашей. Вроде выглядят добрыми. Ну что, слушаем, да? Слушаем. Девочки, вы где? Отзовитесь. У нас все нормально. А у вас? Спрашивают, где мы. Ну, у нас же все нормально, да? А у тебя есть какая-нибудь фотка? На улице или где-то в другом месте? Сейчас. Есть. Подожди. Есть. Это как будто Саня заколдовала. Есть вот это, из лифта. Скидывай давай быстрее, чтобы ничего не заподозрили. У нас... Скажи, мы гуляем. Да, у нас все хорошо. Мы гуляем. Надеюсь, прокатит. Ого, Ксюха ответила. А где это они? Ну, фотка, не знаю. Ну, в лифте. Гулять пошли. Ну, ладно, значит, паниковать нечего. Видишь, они нам отвечают. Вот и славненько. Все, погнали. Нас гости уже заждались. Погнали. Точно, у них же торт. Идем. Вроде поверили. Леш, ты же ничего мне расскажешь? Точно? Смотри, а то больше не возьмем тебя сниматься. Сколько время? Так, мне срочно нужно готовиться к одному важному событию. Это то самое событие, для которых ты стразики купила? Да, кстати, где они? Ищешь это? Каролина, сейчас не до шуток, дай сюда. Сначала ты все расскажешь, ты обещала нашим подписчикам, они специально подписались. Ладно, как ты можешь знать, около года назад у меня появилась Чили. Ребята мне подарили на 5 миллионов. Вот, а когда она у меня появилась, ей было около 2 месяцев. А как бы вот, если отматывать от дня, когда мне ее подарили 2 месяца, то получается, ну, это неделя. Это значит что? Это значит, что у Чили на этой неделе день рождения. И я к этому событию готовлюсь. Кстати, ребята, если вы хотите видос про день рождения Чили, напишите об этом в комментариях и ставьте лайки. О, день рождения Чили, ладно, тогда бери. Только надо было предупредить, чтобы я тоже подготовилась. Чур с тебя подарок. Чили очень нужен новый домик. Так, ну Ксюш, ты там прихорашивайся, я поиграю пока. Ой, ну да, конечно, будешь пользоваться случаем, что я не играю. Ой, да ты и так не выигрывала. Не надо, я занимала 3-е место.
Боже мой, один разочек. Так, не ёрничай. Ну-ну-ну-ну. Лина, где все? А, все. Там акула плавает. Видали, красота какова? Я придумала, друзья, я придумала такие классные стрелки. Так, ну это типа стрелки, которые, знаете, пересекают бровь. Смотри, видишь, куда я клею? Ты видишь, куда? Ты, я уже наклеила. Ай, мамочка, Чили оценит. Чили оценит. Она, кстати, любит все розовые и блестящие. Мне почему-то иногда кажется, что это Анина собака, а не моя. А твои блестяшки вообще доживут до того момента? Я надеюсь, что да. Но если нет, то нарисую что-нибудь сама. Почему нет? Когда нас это останавливало. Ну, не знаю, мне больше нравится играть, чем прихорашиваться. Вот и играй, слушай. Так. А вот я и буду играть. А вот и играй. А я играю. А вот и играй. А вот я играю. И играй. Блин, классную комнату мы сделали. Я надеюсь, что мы сможем даже сегодня переночевать здесь. Ой, а вот сама сначала не хотела даже думать об этой комнате. Но как мы здесь собираемся ночевать? Ты, ну, если мы уже сюда телек оттащили. Да ты хоть видела, как Саша и Саня боятся трогать этот домик? Они никогда его не тронут, и мы сможем спокойно поспать. Да даже играть всю ночь. Да? А ты в курсе, что вечером придет Коля от няни? Ой, а об этом я не подумала. Все шишки достанутся нам за то, что мы тронули его дом. Каролин, он же в реальности этот дом не строил. Но он начал, мы же его идею продлили. Ладно, это ребенок, мы с ним точно договоримся. И как же? Дадим половинку твоего киндера. А я его съела. Ты когда успела? Ладно, дадим мою половинку. А я ее тоже съела. Гонишь? Нет, я же говорила, что я люблю сладкое. Мне нельзя за это винить. Ну, наши друзья, конечно, и крысы. Вообще кошмар. Ребята, вернулись, чувак. Почему я так громко донесла? Капец, блин. Нет, ну вот после такого я готова просто объесть чипсами дома. Не хватило торта. Прикинь, вот стоило нам только отойти. Да подожди, а на 10 минут. Они взяли все и съели. Это все, твоя подруга это. Они разговаривают о гостях. Выпали оттуда. Они вернулись из гостей, значит, они больше не вернутся, никуда не уйдут. Они не уйдут, они останутся здесь. Из девчонок никто бы так не поступил. А моя подруга поступила, и какая она мне теперь подруга? Никакая. Вообще кошмар. Хуже Каролины подруги, которая у меня ввела парня. Не говори. Они говорят про моего бывшего, мою лучшую подругу. А Саня знает, что она не уходила? Каролина могла так сделать, да? Но она любит сладкое. Ну, любит. Она могла бы съесть весь торт, но не намеренно. А это видно было, что намеренно. Намеренно? Ты думаешь, специально так сделать? Конечно. Да ну и, мы ж не пойдем. Хоть бы пиццу сказали. Подождите, если они больше не пойдут, что нам делать? Как мы вытащим их отсюда? Не знаю. Ксюша, они едят чипсы. Офигеть, я тоже хочу. Давай заберем их у них. Ага, как ты себе это представляешь? Спокойно. Работает профессионал. Офигенно. Вот таких гостей вот сидим дома. Чипсы доедаем. Угу. А, тут чуть-чуть осталось. Угу. Я чёрт по нами. Пойду в комнату. Давай. А ты посуду помой. Без тебя бы не разобралась. И правда много посуды. Классно, заставил меня посуду мыть, а сам пачку чипсов забрал. Ладно. Вот наша добыча. С крабом. Ты слышала? Аня подумала, что ты Саша. Угу. Блин, пить хочется. Надо забрать что-нибудь. Каролин, ты что-то разошлась. С утра боялась сделать лишний шаг, а сейчас? Слушай, это азарт. И в любом случае, если нас и поймают, нам и так конец. Угу. Очень мотивирует. Пойдем что-нибудь искать. Попить хочу. После этих чипсов как пить хочется. Заначечка моя. Никому тебя не отдам. Что? Где банка? Где моя газировка? Саша! Получай, получай. Чё, Ань? Что случилось? А ну отдавай чипсы и воду! Откуда у меня чипсы и вода? Саша, это не смешно. Пошутили и хватит, я голодная. Ань, если бы чипсы были у меня, я бы их ел. О, фаталити! Понятно. Врать собственной жене. Как мне стыдно. А где телек? Саш!
Да что ж ты за человек такой? Дай поиграть! Ну-ка, пойди сюда! Ты за человек такой? Не даешь поиграть мне? Достало! Где телек? Что? Какой телек? Куда ты дел телек? А где телек? Ну я и говорю, где телек? Был телек тут черный! Мой телек! Там твой компьютер, а здесь мой телек! И мои сериалы! Где мой телек? И что нам теперь делать? На что опять обокрали? Я уже не помню, в смысле, два раза подряд? Да, Саша, но телевизора-то нету, я его не вижу. А куда он мог подеваться? Он же такой огромный. Я не знаю, только покажу телевизор. Ну что, у него ноги выросли, он убежал, что ли? Я не знаю. Я тоже не знаю, ищи а его. Слушай. Может, он завалился куда? Куда он мог завалиться? Ну, я не знаю. Может, Коля у него? Да как Коля, он же маленький, он вообще его не поднимет. Что? А если он упал? Кто? Телевизор разбился. Фу, я думал, Коля. Да при чем? Нет? Слушай, ну давай проверим. Пойду проверю в этой... В палатке, может, ну реально, Коля, ну, он все-таки маленький. Дотащил? Ну, дотащил. Ну, вряд ли вообще. Так он говорит, не трогай, нельзя трогать его. Кого? Его домик, он попросил не трогать. Блин, ну ладно. Не трогай лучше. Ну, а вдруг телек там? Да, ну, нет, это что, зачем? С другой стороны, согласен. Все-таки Коля не мог дотащить 70 диагональных дюймов в диагональ. Да, туда не влезут так. Они если у него был маленький телевизор у нас туда. Карманный. Слушай, слушай, у меня идея. Может, я вчера просто устал после съемок, забыл, может, ты отнес в нашу тайную комнату? Телевизор? Ну да. Зачем ты вот это убьёшь? Ну, погнали, погнали, поможем. Ладно, ладно. Ксюша, мне плохо. Надо возвращать быстро телевизор на место. Так, Лёш, поможешь? Тоже мне друг. Сама затащила, сама виновата. Тогда двигайся. Лёша, не мешай. Он же бы помог. Как я его брала-то? Раз, два, три. Фу, ну ты молодец. Да ну тоже нет. Не можем здесь просто так пропасть. Вот, хоть пульт остался. Ладно, давай звонить в полицию. Мне это кажется? Я не понял. Это типа телек? Ань, ты с чем чипсы купила? У нас уже галлюцинации. Да какие? Да подожди, это телевизор наш. Нам надо меньше работать, Ань. Ну серьезно, только что не было, а сейчас есть. Это ненормально. Все, я иду спать. Пойдем спать! Не надо тебе здесь турецкие сериалы все доведут, пойдем. Ага. Фу, ушли. Так, ну что, следующий этап ночевка здесь. Нет, Ксюш. Да, Карина. Нет. Ну а вам, ребята, как это видео? Понравилось или нет? Скорее пишите в комментариях. И не забывайте подписываться на наш канал. И на все наши соцсети. Также не забывайте про наш мерч. Ссылку оставим в описании. Всех обнимаем и любим. Ань, ты что-то сказала? Ставь лайк и подпишись на наш канал!